Владивосток, 8 сентября 2024 года. Там фуникулёр. Видны пилоны Золотого моста над крышами. Здесь такой интересный домик, полукруглый. Здесь еще, видимо, двери с советских времен сохранились. Сегодня воскресенье, солнечный день, небо абсолютно голубое, ни одного облачка не видно. Этот дом находится по адресу улица Пушкинская, 33, но похоже, он сейчас там внутри идет ремонт. Вот такие вот здесь дома интересные. А вот по лестнице, по-моему, хостел там находится. Такие вот домики здесь. Ну, это исторический центр города. Балкончики такие вот. Ну, раньше они, наверное, не застекленные были, потом их застеклили. Здесь находится хостел. Называется он 1915. Вот. Вот такое название. Вот по лестнице. Похоже, здание, фасад отремонтировали. Сейчас вот идут ремонтные работы внутри. На стеклах пленка там натянута специальная. Это дом по адресу Пушкинская, 35. Там даже открыта дверь. Ну, наверное, там что-то, какой-то
организация находится. Ну вот, конечно, в таком состоянии, ворота есть. Кстати, по-моему, есть такой фильм, называется «Владивосток, год 1918». И есть кадры какие-то, по-моему, вот с этого места даже. Какие-то кадры есть. Вот что-то подобная калитка, так скажем, в фильме присутствует. Возможно, даже вот это именно здесь снимался какой-то эпизод. Также эпизоды снимались, ну, вон там. Есть кадры, как вдоль Восточного института проходят красноармейцы. И еще есть кадр, как красноармейцы выходят из арки туда вот на Светланскую. Есть такие кадры в фильме «Владивосток, год 1918». Пойдем, вот здесь такая, вон, полукруглые такие окна, здесь рамы. И двери старые здесь тоже, похоже. Адвокаты тут находятся. Вон, табличка. Наверное, адвокатская контора какая-то. Вот такие дома здесь. Продается уже дом. Вот жилой дом такой трехэтажный здесь. Похоже, школа, огороженная территория. Похоже, школа здесь, в этом здании находится. Вон там вдалеке видна сопка Монастырская, вон там сопка Бурачка. А вон там виднеются пилоны моста через бухту Золотой Рог. Там мужики на фасаде что-то делают, ремонтные какие-то работы производятся.
там фасад ремонтируют. Здесь стоянка. Двенадцатиэтажный дом такой. И какой-то интересный дом через дорогу. Но переходить здесь небезопасно. Нужно до пешеходного перехода дойти, до зебры, и перейти дорогу. Лучше там. Машины здесь. Это дом Пушкинская, 22. Местные жители с собачками прогуливаются. Дедушка. Так. Двигаемся. Здесь. Дедушка за собачкой еле поспевает. Бежит прям. Так. Это может быть тоже здание к школе, наверное, принадлежит. Да, похоже, это школа тоже какая-то. Так вот, такая вот. Такое здание здесь интересное. Там на стеклах какая-то аппликация, а на первом этаже, похоже, спортзал находится. Там сетка натянута, защитная, видимо, чтоб мячом не задевали. Ну, в смысле, в стекло мяч не летел. Что здесь? Школа там написана. Режим работы. Объект культурного наследия. Вот это здание. А находится оно по адресу Пушкинская, 41. Там жилой дом двухэтажный с балкончиками. Подпорная стенка старинная. Здесь вот детская площадка, но почему-то она ленточкой обмотана. А этот дом Пушкинская, 41А. Вот этот дом. А здесь ничего такого нет. Так. Старая подпорная стенка. А там заброшенный роддом. Некоторые сталкеры туда проникают иногда. А тут вон прям, видите, прям, похоже, можно просто зайти и все на эту территорию.
вроде даже она не охраняется. Ну вот, роддом бывший, здание капитальное там, и вот такая вот высотка стоит. Здесь, видимо, столовая была или что-то такое, ну, кухня, столовая, а там здание самого роддома. Находится. Вот. Ну, небезопасно проникать на подобные территории. Здание в ветхом состоянии, может произойти все что угодно, не рискуйте. За деревьями виднеется, а вон видны пилоны моста на Русский остров. И наш Владивостокский цирк. Вот крыша здесь. Сейчас посмотрим, с какой точки будет лучше видно. А вон там видны пилоны Золотого моста. Вот он, наш цирк. Магнум. Там, похоже, служба идет. В окнах там люди. Похоже, батюшка там стоит. Да, слышны песнопения, так скажем. Но идет служба, короче, здесь в данный момент. Да. Что-то с такими армянскими мотивами похоже. Слышны колокола. Жарковато сегодня. Солнце прям припекает.
Это дорога с проспекта Красоты. Ну вот, машины с проспекта Красоты едут. А в этом здании находится арена спорта. Вот. Лестница вниз. Так, это у нас Володарского 8А. Такой дом здесь. А чуть ниже скверик находится. Баневуру здесь бюст. И там тоже интересное что-то есть. Лавочки здесь, урны, тенек. Обитатели тайги здесь, детская площадка. Там старые дома. Такая вот лавочка. Там колонка. Мужичок набирает воду. Здесь какие-то ремонтные работы на дороге происходят. Ну, наверное, трубы какие-то раскопали. Там цирк находится. Здесь во дворике вот такой вот интересный дом, деревянный. Там еще сохранились деревянные резные элементы. На первом этаже окна деревянные, а на втором уже пластиковые. Вот такой вот домик. Ну и там тоже деревянные дома еще сохранились.
Там еще сверху дорога проходит. Можно к тем домам еще проходить. Вот так вот. А там сопка Орлиное гнездо, фуникулер в ту сторону, и продолжается строительство. Там через дорогу сохранился еще старый домик. Деревянный он, похоже. Резные элементы на окнах. Пушкинская 38А. Такой вот домик. Здесь его что-то ремонтируют. Сняли обшивку. Черный кот. Почти черный. Почти черный. Что здесь такое? Какая-то такая входная группа интересная. Впереди школа и спортивная площадка. Такой жилой дом здесь. Бельишко сушится. Там мужичок ходит. Фасад дома своего ремонтирует. Там парни занимаются что-то с ножами. У них упражнения. Вот это здание. Тут раньше была библиотека, но оно уже стоит много лет. Вот занавесили фасад здания. Вон там трещина на здании. Ну и никто как бы и не восстанавливает. Вот. Трещина вон там большая.
Здесь пацаны занимаются спортом. Территория школы. Спортивная площадка. Шведская стенка, турники. Ну и вот такая вот небольшая площадка. Баскетбольная, футбольная. Здесь. Там возле школы сквер тоже есть. Вниз. Здесь скверик. Школа. Лавочки, урны. Здесь раньше было кафе-мороженое «Дюймовочка», а сейчас здесь ресторан «Токио», кажется, находится. Голуби в тенек спрятались.
Да. Ресторан Токио здесь сейчас. Пацаны там на скейтах в центр поехали. 1 сентября открылся новый скейт-парк на набережной спортивной гавани. Вот там для пацанов раздолье. Звезда там красная сохранилась, балкончик, там кресло стоит. А внизу там дальзавод. Якоря вот по краям дороги стоят.